Отель Имирос. Имирос — это отель трех звезд, который находится в Бельдиби. И сейчас вы можете наблюдать его в фойе, где люди смотрят российский канал. Это стойка регистрации сама и проход во внутренний дворик самого отеля. А это ресторан на 100 посадочных мест внутри и 76 снаружи. Также в отеле есть диско-площадка, а в дворике перед входом в отель расположена парковка автомобилей и стол для игры в настольный теннис. Также рядом находится кафе с отелем. У отеля есть площадка для игры в волейбол, качели. И также небольшая плантация деревьев мушмулы, апельсинов, мандаринов и груш. У отеля есть собственный бар, состоящий из порошкового сока, напитков газированных и двух кофе-автоматов, в которых можно себе заварить кофе, чай или просто горячую воду. Также в баре находится автомат с красно-белым вином, где вам может разлить бармен местный. Кстати, зовут его Мурат, вот он. И также в баре есть джин, водка. Вот. Я думаю, это будет достаточно. Также существует, находится два бассейна. Один взрослый, другой маленький. И также 36 лежаков вокруг бассейна основного. Далее это экстерьер главного корпуса. Также на территории отеля находится 24 бунгало по 2 места на человека. Основной корпус состоит из 48 номеров. Каждый умещает в себе 2 и более человек. На каждом всего корпус 4-этажный, достаточно чистый. На каждом этаже по 12 номеров. На территории отеля работают 2 уборщицы. Они работают достаточно оперативно, и поэтому ваш номер всегда будет чистым. Вот это двери. И сейчас будет вид с самого высокого этажа. Это вид из коридора 4-го этажа. Справа от вас горы, а слева находится... Вот горы и плантации мандариновых деревьев. А слева находится главная автотрасса деревни Бельдиби, которая ведет из Анталии в Кемер. Вот, прекрасный вид. На этом фото вы можете видеть вечерний отель. В целом отель очень хороший для тройки. Он чистый, опрятный, даже тянет на 4-ку. Также в отеле очень вкусно кормят. Это 2 раза в неделю рыба по вечерам, 1 раз в неделю мясо от шаурмы, ну, для шаурмы с вертела курица. Потом еще говяжьи котлеты 1 раз в день по вечерам. Вот. И в следующем видео вы можете увидеть еду, которую будут подавать в этом отеле на протяжении одних суток.